Начали делать гардеробную комнату. Заштукатурили. Прежде чем штукатурить, вот тут вот видно, вот видите, сначала сделали сетку, а на сетку уже штукатурку. Сейчас покажу, какая сетка. Вот такая. И на сетку штукатурка. Гардеробная комната здесь будет. Сейчас в круговую сделаю. Там зимний сад. Здесь гардеробная комната. Потолок еще не сделали. Там стекловато еще. Бревна так и оставим. Только, наверное, залакируем. Вымоем, залакируем. Вот. И пол еще не сделали. Показываю, что сделали. Здесь будет гардеробная комната. Следующий день. Вот второй слой. Шпаклевка. Бергауф финиш. Фирма. Еще раз скажи. Бергауф финиш. Бергауф финиш. Вот сейчас я в круговую. Да нет, там не готово еще. Где не готово? Только... Здесь не готово, да? Здесь, вот. Готово здесь. Одна стена. Вот шпаклевка. Так, сейчас я переверну с другой стороны. Вот. И гардеробная, друзья, почти-почти уже готова. Готово все, кроме пола. Здесь камера не так передает цвет, а цвет такой, как... Ну, тут просто поставили гипсокартон, пока временно все стоит. Цвет вот такой вот именно. Персико-бежевый, оранжевый. Какой-то вот такой непонятный цвет. Вот на юге шпаклюют, на юге делают вот такой цвет, красят. Далее переходим в зимний сад. Вот так мы постепенно делаем окно с кирпичиками, чтобы ровно был промежуток между кирпичиками. Вставляем палочку. Далее наклеиваем кирпичики. И вот так далее, 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 далее. Все выше, 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 выше идем. Окно большое, панорамное. Растениям будет классно, комфортно. Тут мы уже сделали. И щелки тоже будем промазывать все. Ну, далее вам покажу. Наверх окна тоже кирпичики будут, как буквой П сделано. Так, темно. Вот здесь тоже. Тоже будут все кирпичики. Вот так делают. Прикрепляем. Держим маленько, чтобы застыло. Все под уровень. И вот видите, замазываем. Затем кисточкой
кисточкой большой, чтобы было грубо, как, ну, как чтобы ручная работа под старье. Вот здесь уже готова стена. Ну, не стена, а окно. Вверху готово. Видите, как классно получается. Вот тут еще не сделали. Вот видите, между швами тут еще не сделано. Тоже сначала палочкой будем проходить, а потом кисточкой все это красиво выравнивать. Итак, друзья. Ну, продвигаемся, продвигаемся. Тоже хочу быстрее все, чтобы получилось. А получается, как всегда.